В Казанском федеральном университете стартует ежегодный фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна-2019». С 11 по 19 марта в Большом зале КСК КФУ «Уникс» своей конкурсной программы представят 15 институтов университета. А 20 марта фестивальные дни пройдут в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах. Уже в этот понедельник, 11 марта, свои концертные программы представят Институт фундаментальной медицины и биологии и Институт психологии и образования. Мы пробрались на репетицию и поговорили со студентами, которые готовятся удивлять зрителя. Мы очень волнуемся, потому что у нас уже сейчас будет прогон. Это наша через первая студвесна. Время, да, через какое-то время мы уже выступаем на своей первой студвесне. И, конечно, мы эту сферу запомним надолго. Стоит отметить, что некоторые студенты готовятся к выступлению на студенческой весне еще со школьной скамьи. А это о многом говорит. Ощущения невероятные. Очень давно мечтала об этом. Впервые побывала в качестве зрителя на студвесне, когда мне было 14. И с тех пор думала, вот поступлю в КФУ и вот обязательно буду участвовать. И вот я здесь. Здорово. По итогам фестиваля жюри предстоит определить победителей и лучших исполнителей в направлениях – вокал, театр, хореография, журналистика и оригинальный жанр. Торжественное подведение итогов фестиваля традиционно состоится на гала-концерте 12 апреля в Большом зале КСК КФУ «Уникс» с участием самых интересных, ярких, креативных студентов с хореографическими и вокальными постановками и оригинальными постановками творческих объединений. Билеты на фестиваль можно получить у заместителей директоров по социально-воспитательной работе и культургов институтов. Ну а если так вышло, что на концертную программу любимого института никак не попасть, всегда можно посмотреть прямую трансляцию, которые будут стабильно вестись в нашей группе ВКонтакте. Не пропустите. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.